Детективы НАБУ сегодня нагрянули с обысками на одно из госпредприятий. Об этом сообщил глава антикоррупционного бюро Артем Сытник. По его словам, в Одессу выехали сразу несколько десятков его сотрудников. Зараз буквально выехала группа, 70 працівників в Одесі, проводиться велика кількість обшуків, 10 осіб затримано по одному із державних підприємств. Там збитки також нараховуються декілька сотень мільйонів. І фактично така робота, вона і приводить до певної реакції. Чуть позже стало известно, что обыски проходили в администрации морских портов Украины. Следственные действия проводились в подразделениях этого госпредприятия в Одесской, Николаевской областях и в столице. По данным СМИ, задержан бывший директор администрации Андрей Амелин, которого в 2016 году уже отпускали под залог. В НАБУ сообщили, что расследуют действия чиновников за 2015 и 2016 годы. Тогда они провели тендер на дноуглубительные работы в портах Мариуполя и Бердянска. И вот детективы подозревают, что администрация морпортов нанесла убытки госбюджету, завысив стоимость этих работ. Речь идет о сотнях миллионов гривен. Мы побывали в офисе администрации в Одессе, но информацию об обысках там не подтвердили. Понятия не имеем, ничего не видели, не знаем. Это какая-то у вас неправильная информация.